Меня зовут Вика Вейсбрут, я мультимедийный художник, в том числе уличный художник. У меня есть свой мир, свой персонаж, который в нем живет, я рисую их повсюду. Меня пригласили в Авито сделать для них стену, которая будет символизировать ценности их компании. Где бы ни рисовала, что бы я ни рисовала, я изображаю свой мир, свою вселенную, своих персонажей в нем. Поэтому, когда поступает какой-то запрос извне, я погружаюсь сознательно в свой мир. И там живут такие персонажи, как Викита. Они пользователи смартфонов, которые, естественно, в моем мире тоже присутствуют, потому что технологический прогресс там тоже не стоит. И целая команда других ребят, которые наводят между ними мосты. В общем, так выглядит Авито, который появился в моем мире под названием Вейс... Нет, мир еще не назван. Я не назвала еще мир, но город там точно называется Вейсбург. Вот. Это Викита. Они все Викиты, но это Викита-Викита. Она может быть разных цветов и раскрашена абсолютно разными картинками. У нее же ни носа, ни рта нету. Все рты нарисованы. Все ее настроение и вся душа в глазах. Можно подумать, этот персонаж смотрит в своем телефоне все, что мы видим дальше на стенке. Понятно, что это Рик и Морти. Это собака из мультика «Полночное откровение». Это, по-моему, с картины «Родена мыслитель». Здесь у нас есть Барт Симпсон, ребята из «Звездных войн». Это кажется каким-то классическим лего-персонажем. Это очень горячо мной любимый «Midnight Gospel», он же «Полночное откровение». Они что-то строят. Мне кажется, так. А, это питерский мост. Мост, который разведен, и, наверное, они хотят его свести в один, как вариант. В совокупности эта стена рисовалась 12 дней, а вот здесь я потом подпишусь.